Здравствуйте, меня зовут Севастьян Илья, я сегодня ваш тренер. С нами программа «Школа футбола». Сегодня мы научимся с вами крять. Чтобы крять, научиться, можно один раз подкинуть в руки. Так каждой ногой. Делаешь. Потом чуть сложнее. Надо крять раз, два и поймать. Так левое, правое, правое, левое. Понятно? Вот, еще раз. Теперь еще сложнее. А, нет. Теперь чем еще можно клять? Коленкой, правильно? Так же делаем, как с ним. Берем раз, руки. И так по очереди. Теперь по два раза. Слева, право, право, лево. Можно не останавливать ее. И продолжать ногой. Финты. Можно делать всякие там. Можете посмотреть. Я сам любимый финал, да. И уход в сторону. И удар в ноги. Все продемонстрирую. И удар. Так же левую делать. Понятно? Еще раз. И уход. Теперь левую. И уход. Продемонстрируем так же. Пустим чай, кофе, бань, да? Вот это. Как бы вы делаете? Первый это ложный и опорная нога. Вот. У кого-то правый, у кого-то левый. Сейчас вы делаете так и обратно. Еще раз. Вот, два. Пришло время к концу нашего урока. С вами был Севастьянов Илья из школы футбола. Занимайтесь футболом.